Доброго дня, и сегодня меня зовут Рима, и я хочу вам рассказать, как просто можно сделать такие красивые праздничные бокалы. Для этого нам понадобится минимум набора инструментов. Это вот восковой карандаш, я показывала, который для работы по стеклу, контур, глиттер, сам бокал и лаковые краски. Вот рисунок я делала на стекле восковым карандашом, просто от руки. Но если неудобно или вы боитесь, что у вас некрасиво получится, то рисунок можно заранее найти в интернете, распечатать какую-то схему, подложить вовнутрь, вот как здесь подложен синий лист бумаги, и перевести восковым карандашом на стекло. Но стекло предварительно нужно либо помыть моющим средством и хорошо протереть, либо хорошо обезжирить, например, жидкостью для снятия лака. Я использую без ацетона, ватным диском хорошо убрать. Здесь в данном случае я как раз хотела об этом рассказать, но пока убираю. То есть у меня бокал уже заранее обработан, нанесен рисунок, но в данном случае я просто убрала пробный показательный листочек, который я рисовала. Дальше устанавливаем руки как нам удобно, но здесь я работаю на камеру, и у меня все равно получается, что я на весу. Вот, бокал одеваем на руку, и во время росписи стекла уже не касаемся, то есть снаружи, там, где будем расписывать. И контуром я просто обвожу весь рисунок по всему бокалу. Контур, так как он глиттер, то есть здесь получается гель, он сам по себе мутный такой, белый, и в нем много-много всяких блестяшек. После того, как контур высохнет, он станет прозрачным и останется только вот это вот мерцающее покрытие. Контуры эти очень хорошо держатся на стекле. Соскребсти их можно оттуда только ножом или там скальпелем. Они достаточно долговечные, ну, то есть если правильно обращаться с такой посудой. И декор держится очень долго и устойчиво. Ну, такие бокалы нельзя использовать, мыть в посудомоечной машине и вставить в микроволновую печь. Вот рисунок полностью обведен и просушен. После этого уже можно декорировать его дальше. Для этого я использую лаковые краски от фирмы Pibeo на сольвентной основе. Они с эффектами, с разными. Есть Moon, есть призма. У меня в данный момент призма. Перед началом работы нужно хорошо перемешать их, потому что там бывает, что расслаивается отдельно лак, отдельно пигмент. То есть это нужно хорошо перемешать. И после этого зубочисточкой я наношу на те места, где считаю нужным. То есть в данном случае в рисунке я хотела закрасить листики. Если краска жидкая, то нужно внимательно смотреть перетекание и желательно просушивать немного, какое-то время каждый элемент отдельно, чтобы краска не стекала по уголкам или там в стороны, а легла равномерно. После этого я снова оставляю сушиться и уже после просушки делаю прожилки в лепесточках. Здесь тоже можно делать на свое усмотрение, можно много прожилок, то есть и поперечные еще сделать. Можно их вообще не делать, можно добавить какие-то еще декоративные элементы. Цвета не обязательно, как у меня, то есть цвета можно использовать любые. И хотела показать итоговую работу. Благодарю вас за просмотр и успехов вам!